Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. На связи снова Дровишка. И вот, как видите, я попал. Легенда вернулась. Приятно так заходить и сразу на экране себя видеть. Только в одном месте почему-то. Ну ладно. Короче, так, в принципе, прошло пару дней после записи последнего ролика на эту игрушку. Как вы видите, я, в принципе, подрос и в мощности, и по очкам, ну, по славе. И уже, в принципе, могу начать проходить сюжетную миссию. Но перед тем, как ее пройти, мы пройдем еще второстепенную. И пройдем три обычных миссии, но они будут разбиты на... Ну, точнее, каждую миссию я буду играть новым оружием, которое здесь дается на этом уже как бы этапе. И, кстати, хочу что сказать еще насчет обычных миссий. Оказывается, чтобы получить более лучший шмот на арене, надо проходить именно их. Я сначала не придавал им большое внимание, как бы, ну, потому что обычно, думал, за них, во-первых, меньше XP дают, во-вторых, как-то, ну, что такое обычный, да, обычные, то есть эти... Короче, банальные миссии, которые повторяются из миссии в миссию, и ничего интересного там нет, ящиков там не дают. И поэтому как-то не обращал на них внимания. Но, что вам хочу сказать. Вот, допустим, только вот недавно я это заметил, что... Так, ну, давайте вот это возьмем. У каждой обычной миссии у них написан ранг мощности, какой нужен. И благодаря этому, этой мощности, вы каждый раз, когда вы проходите их, они становятся выше, и там, естественно, там попадаются. Каждый раз что-нибудь додают, как бы, дают какое-нибудь оружие, либо броню, может быть, она будет хуже, но суть не в этом. Благодаря этим миссиям вы на арене получаете лучшую броню и оружие, вот это факт. Но мы сейчас эти не будем проходить. Сейчас мы пройдем с вами второстепенную миссию. Этот ролик запишем. А, кстати, что у нас там с бомбардированием? У нас здесь, допустим, у меня сейчас... Вот я только сейчас в предыдущей миссии получил, ну, на арене, когда я играл, получил вот этот автомат. Еще им не пользовался, сейчас как раз посмотрим. У меня много уже эпичных есть, еще вот раз и два еще есть. В принципе, и один, и второй уже, ну, на две позиции прокачал. Последние два раза на этом на арене играл, вот, по-моему, да, вот этим играл. Сейчас будем вот этим играть. Здесь, в принципе, скорострельность большая. А следующие вот обычные миссии я буду, короче, попробую три разных дробовика. Вот этот у нас 246,4, тоже 246,4 и тоже 246,4, но все разных компаний. Как раз посмотрим вообще, что, как и насколько они эффективны. Из этого какого? Из второго оружия я беру беру базуку. Кстати, нашел, помните, когда в предыдущих роликах говорил насчет того, что там такая есть базука, которая стреляет сразу четырьмя патронами. Так вот, она у меня, короче, была, но я даже ее не стал на обзор кидать, потому что говно. То есть, она просто выглядит хорошо. Не знаю, может, легендарная или эпичная, она как бы толк дает какой-то, но... Я, короче, попробовал, только красота, так, говнище. И, короче говоря, у меня вот есть пулемет, я оставил себе. Вот пока, на данный момент, самый лучший, который я пока получал. У меня броня осталась, но я ее пока не трачу. Она такого же, как у меня здесь, просто она меняется, это... Ну, цветом, грубо говоря. Так, ну ладненько. Меньше слов, больше дел. Начнем второстепенную миссию. Так, вот мне нормальный XP дают как раз. И, кстати, я это вот прошел, ну, то есть ранг опять поднял. И всегда давали по две второстепенные миссии, а сейчас почему-то дали одну. Не знаю, может, уже меньше становится. Может, в следующий раз, когда по нему левел вообще не дадут. Так, салага, одному из новобранцев Слейда нужна твоя помощь, боец. Капитан Брукс одержим попытками впечатлить своих друзей и начальника, поэтому решил самостоятельно расправиться с врагами на заставе. Спаси его до того, как мучение казнит его, если еще не казнило. Ну, сейчас попробуем. Ух ты, какая зима.
график, конечно, просто. Так. Найти пропавшего бойца. О, смотрите-ка. Ху-ху-ху. Блин, ну просто красота, ё-моё. Все выглядит, конечно, шикарно. Как думаете, может быть, долбанем? Долбанем. Ни хрена себе долбанул. Обалдеть. Выдал себя, а в итоге даже не попал в штуку. А, и, кстати, сделаю еще на арене ролик. Чисто буду, короче, играть этим. А, надо было отсюда слезть, оказывается. Ё-моё. А я думал, там, может, там ящик есть? Нет, ящика нет. Короче, сделаю вид только от ближнего. То есть через прицел только будет. Буду все время стараться через прицел бить. И сюжетную миссию буду делать, наверное, без музыки. Ну, то есть не буду слушать музыку, просто та, которая там есть. Потому что это все-таки последняя миссия. Блин, ну, конечно, классно выглядит, все офигенски. Но надо, не надо забывать то, что тут есть ящик, поэтому смотреть надо туда-сюда. Самый дрыщавый боец на арене. Нету ничего. А вот там ящик, наверное, есть. Ладно, сейчас казним. Пойдем ящик выбирать. Hello, big boy. Hello, big boy. Короче, пока не, так и не исправили название, видите? Противников. Нет, туда пока мы не пойдем. Что там уже идут? Блин, там уже идут. Ладно, потом. Блин. Так, ну ладно, давайте вспомним сюда вот. Ну, по-любому здесь ящик. Так. 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 Блин, не успею. Блин. Успел. Еле-еле, не успел. Есть ящик, я так и знал. Надеюсь, что-нибудь крутое попадется. This is mine now. Дробовик попался. Лучше бы какую-нибудь одежду давали хорошую. Блин, ну графика, конечно, обалденная. Сделано все супер. Так, нет, а что тут еще? Там ничего больше нет. Ну ладно. He says he's been a huge fan of the show for years, and he's just following my Frequent Flyer playlist on Spotify. Great to hear. And this is a track he would like to hear right now. Baker Matt with Baby. Club Life request of the week. Baby, the heart is coming. Ну, конечно, вытащу, ё-моё. Ну, не просто так пришло, что ли. Ну, выходи.
Так, ну что теперь? Набраться за точки эвакуации. Блин, ты помогать-то будешь, нет? А что здесь нужно тоже открыть? А, просто открыть, они здесь сдохли. Ну ладно. Нету больше ящики, жалко. Да, Брукс, у тебя-то оружие-то говно какое-то. Куда ты ушел? Или надо туда идти? Обалдеть, чувак через стену прошел. Красавчик. Блин, нахрена себе, а не чуть-чуть с кем стоит. Ладно. Оставим вам помощь. Вот этот огнешторм на арене, конечно, на самом деле жесткая тема. Блин! Подохну. Возьмем-ка мы вот это. Херак. Блин, что ж такое-то? Все время мимо. Ну блин, ну конечно, чтобы уничтожить противника, надо три раза выстрелить это какая-то жопа. Что, все что ли? Ну блин, по крайней мере, ну пока, как мне кажется, лайтовая миссия. Ой, блин, что я делаю? Так, ладно. Что, тут дорожка в колени не будет? А, нет, есть. Ой-ой-ой-ой. Блин. Вот такая песенка. Обалдеть. Так, мяу. Да, все так, мяу. Что надо? Кто там? Вот последний. Все что ли? О, корабли с ним там. А где этот-то? А, он уже там, бридж. Красавчик вообще. Я там убиваюсь, а он, блин, стоит. Толк от такого капитана ноль. Так, ну, короче, в принципе, можно сказать, что лайтовая миссия. Когда Брукс вернулся в хаб, он попал в настоящий ад. Наказание за такие проделки Слейд отправил его сторожить вытрезвитель Алкатраза. 7 дней охраны десятка пьяных бойцов Шадоуган правит ему мозг. Ну, не скажите. Сейчас посмотрим, что получили. И на этом запись закончим. И продолжим тогда, наверное, сюжетную. Начнем сюжетную. У меня 246, но там 250, я вообще на 240-м думал пойти попробовать. Блин, когда уже делают обновление с новыми получением навыков и этого уровня, потому что, блин, уже хочется что-то новенькое. 4, нормально так, нормально. Так, ну все хуже, да? Это хуже, ну и тоже, наверное, говняные. Ладненько, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых видюшек, всего вам хорошего, пока-пока.